Приветик, мои дорогие! Сейчас хочу рассказать вам еще о двух продуктах, которые пришли мне на обзор с сайта Chandy.kyiv.ua, по-моему, так. Ссылочку под видео я оставлю на этот сайт. Там много натуральной косметики. Но сейчас расскажу конкретно о двух таких средствах. В предыдущем видео я вам уже рассказывала о хне, вот такой вот, которая пришла тоже. То есть мне пришло три продукта. Это травяной порошок для мытья головы и тела, это травяная маска для волос на основе хны, и это порошок, хна 100% натуральная чанди в оттенке коричневый. Значит, подробно сейчас хочу рассказать о этих двух средствах. Начну, пожалуй, я с того средства, которое понравилось мне меньше. Это травяной порошок для мытья волос и тела. 100% натуральный продукт. Значит, в состав входит алма, шикакай, мыльный порошок берри, мултани, ним, ветивер, лимон. Ветивер здесь просто на украинском, поэтому ветивер, по-моему, неправильно на русском, но неважно. В общем, это такой вот состав. Выглядит это все, я не проламывала, так как здесь рекомендуется. Здесь рекомендуется это проломить и потом типа закручивать, откручивать. Порошочек высыпать в нужное количество, которое вам нужно. Я этого не делала. Я просто прорезала кулечек. Выглядит этот тоже порошком. Очень-очень мелко по измельченным, скажем так, такого серовасто-коричневастого цвета. На запах травки. Значит, в чем... как его использовать? Насыпаете количество порошка необходимое, разводите водичкой, кашицу эту наносите на корни головы, оставляете на 5-10 минут для промывки волос. Вот. Ну и смываете водой, естественно. На тело точно так же, тоже наносите на тело, оставляете 5-10 минут и смываете водой. В общем, этот способ мытья головы и тела мне не нравится. Не нравится за счет того, что это не мочалка, это не пенится, это нужно наносить. Это не очень удобно наносить на голову, особенно когда тебе нужно быстренько это сделать, 5-10 минут ждать с порошком на голове. Я один раз попробовала. Волосы, да, промылись, промытые, чистые. Может быть, не те немножко ощущения, которые бы хотелись. В общем, больше, если честно, я не стала экспериментировать с этим порошком. Я его попробовала для мытья головы один единственный раз. Но, что мне очень в нем понравилось и как его использовать понравилось, это для мытья тела. Но мыть тело не просто так, как здесь это рекомендуется, а я беру этот порошок и молотый кофе и делаю некий скраб. То есть, если раньше я брала гель для душа и... Господи, молотый кофе, то сейчас я беру не гель для душа, а вот этот вот травяной порошочек. Во-первых, он должен очищать, во-вторых, он полезный для тела, потому что это все-таки натуральные травы, натуральные составы. Эта вся продукция, кстати, не тестируется на животных, кому это важно. Здесь все есть значки, которые подтверждают все. И вот эту вот смесь, то есть кашицу, приготовленную из этого порошка, добавляю туда, извините, кофе молотый и вот эту вот маску такую, кашицу, я начинаю растирать по телу. Руки, грудь, живот, спина, ноги, попа, в общем, все тело. Я натираю, и буквально пока я там дохожу до ног, то есть оно все там немножко на мне это находится. Если у меня есть время, я могу 5 минуточек еще там постоять с этим натертым всем на теле. Если же нет, я просто начинаю обмывать водичкой. Боже, это так приятно. После того, как я делала просто скраб с гелем для душа, ну как бы классно, тело мягкое, очищенное, естественно, но оно как бы немножко как суховатое. Ну как, не то чтобы суховатое, но такое вот ощущение того, что мыло смывается все-таки с тела. А когда сделала с этим травяным порошком, это просто волшебно, тело такое мягенькое, такое ощущение, что его после этого увлажнили и увлажнять уже не нужно. Вот, вот такой вот выход я нашла для этого порошка. Ну и следующее средство — это травяная маска для волос на основе хны. Значит, пигмент хны отсюда красящий удален, то есть на любой цвет волос вы можете использовать, она не окрасит ваши волосы. В склад входит индийская хна,
высшего, высшей категории, да, без цветного пигмента. Алма, шикакай, брахми, ветивер, ретенджот, бахеда, катха, брингарадж, эклиптабила, капур, качери и метхи. В общем, названия все индийские, все такие, что язык сломишь. Вот, но эту маску я в нее до такой степени влюбилась. Это, ну, просто волшебная маска. Значит, почему она мне так сильно понравилась? У меня пошел, наверное, какой-то гормональный сбой, я даже не знаю, в чем причина. Если за первой беременностью у меня волосы вообще не выпадали, у меня стали такие густые, классные, шикарные волосы, которые никогда в жизни у меня не были, вот, то за второй беременностью, ну, что-то не то явно. И у меня начали выпадать волосы, причем выпадать очень интенсивно, так как они у меня как бы должны были бы, скажем так, выпадать после родов, когда уже прошел бы этот весь перестройка организма. А у меня случилось это заранее, и это как бы не очень благоприятно. Естественно, проводя рукой вот так буквально один раз, я держала целую копну волос между пальцев. Вот. Мытье, расчесывание, в общем, вплоть до того, что я ходила, помыла голову, завязывала косичку, потому что я боялась, что вообще все волосы выпадут. Ну и, в общем, когда мне пришла эта хна на обзор, я решила, не хна, а вернее масочка, я решила, ну, попробовать, думаю, класс, попробую. Здесь и пишется, что там помогает при выпадении волос и тому подобное. Ну, в общем, знаете, как, более подробно почитайте на сайте. А я думаю, ну, классно, помогает, попробую, много чего у нас помогает, все рассказывают и тому подобное. Значит, использование тоже простое, берете необходимое количество вам порошка, заливаете его теплой водичкой, настаиваете 30 минут. После чего добавляете еще немножко туда воды, размешиваете, наносите на корни волос и оставляете на 20-30 минут. Использовать 1-2 раза в неделю. Значит, после первого использования этой маски у меня волосы перестали выпадать. То есть, ну, сказать, что у меня просто прошла эта проблема, скажем так, которая была там, ну, может, вызвана, я не верю в это, потому что волосы сыпались довольно-таки долго. Рацион питания я не меняла, витамины никакие не начала принимать. Какие-то кардинальные изменения в моей жизни не произошли. Там нервничать больше или меньше я не перестала или не стала. В общем, ну, ничего существенного, кроме того, что шампуни, маски, кондиционеры, бальзамы, ну, не маски, ну, в общем, уход свой за волосами я не меняла. Единственное, что это, я внесла вот эту вот маску. После первого использования, действительно, после первого использования волосы перестали выпадать. Я на эту маску, я даже, если честно, мне ее жалко использовать. Не то, что жалко использовать, а жалко, что она может закончиться. Цена этой маски то ли 70, то ли 75 гривен. И я смотрю, что если, не дай бог, у меня вернется проблема с выпадением волос по окончании этой маски, я обязательно ее приобрету еще. Я вот в этом продукте, даже если он и стоит 70 гривен, я безумно рада, безумно он мне понравился, идеальный. Вообще, у меня ни один продукт для волос никогда не останавливал их выпадение. Сейчас у меня буквально, ну, 1-2 внутри волоска там выпадает. Ну, то есть нормальный, как бы нормальный процесс обновления волос пошел. И то, мне кажется, что даже меньше, чем должно было бы. Вот. Ну и плюс, естественно, после того, как я вот использовала эту маску, я еще позже, да, где-то через дня 4-5, может, вот так, может, около недели, я потом только окрасила волосы хной. И потом я обратно применяю. То есть маску я уже применяла дважды. Первый раз я ее наносила действительно на 30 минут, а второй раз я вообще с ней проходила часа 2 или 3, наверное. И тоже я наносила маску, одевала полиэтиленовый кулечек на голову и заматывала полотенцем. Еще что я делала, это немножко прогревала волосы, потому что, ну, мне так кажется, ну, может быть, знаете, как лучше открываются поры, больше проникает полезных элементов, скажем так, в корни волос, и, ну, как бы в тепле лучше, потому что пока вы мажете, все-таки субстанция эта остывает, и оно как бы прохладно для головы, потом, когда вы укутываете, немножко согреть, это очень даже приятно. В общем, я надеюсь, что вам был полезен мой обзор на средства
торговой марки Чанди. Это индийская косметика, натуральная, порошковая. Я рекомендую, если у вас есть какие-то проблемы с кожей головы, там перхоть, выпадение волос, может быть даже проблемы с кожей тела, да, там какая-то сухость чрезмерная или же аллергические реакции, вызванные там, ну не знаю, чем угодно. В общем, вот эти вот средства очень хорошие. Точно так же, как и хна торговой марки Чанди. Я очень благодарна представителям сайта, которые вы прислали мне этот товарный обзор. Я, конечно, очень боялась брать, потому что, в общем, знаете, как оно, и хочется, и колется, а вдруг не понравится, а вдруг еще что-то, а люди вроде как прислали, а не хочется вам говорить, ну, как бы неправду. Вот. Поэтому я рада, что мне понравились эти продукты, и я рада, что я могу с полной уверенностью сказать, что они хорошие, по крайней мере, для меня они хорошие. Вот. В меньшей мере это травяной порошок для мытья волос и тела. Ну так, скажем так, я бы его сама не заказывала себе больше, потому что можно обойтись гелем для душа, скажем так, чтобы делать скраб, не обязательно использовать этот порошок. А вот травяную маску, это незаменимый продукт. Если хну, я еще могу заменить вот этой вот хной. Ладно, на этом буду заканчивать свое видео. Всех целую, всех люблю, всем пока!